Лагерь открывает множество новых возможностей. Одна из них – возможность русским ребятам познакомиться с иностранцами, детьми из городов-побратимов нашего округа. В этом году в гости приехали школьники из Белоруссии, Молдавии и Польши. Программа лагеря была построена так, чтобы дети максимально контактировали друг с другом. Люди относятся к нам немножко по-другому, они видят иностранцев, как хочется пообщаться, и к нам тянутся. И это не есть... плохо. Весело, правда. Всем интересно. Не остаешься без внимания. Все было очень хорошо, весело. И даже плохая погода нам не помешала здесь веселиться и очень хорошо отдыхать. Аплодисменты! Творческие выступления и напутственные слова от почетных гостей. Закрытие смены получилось ярким и запоминающимся. Это уникальная возможность пообщаться с ребятами из других стран, почувствовать, чем живут они в их странах, чем живете вы здесь, у нас на родине, в Российской Федерации. И я точно знаю, что у вас очень много общего. Вы, самое главное, все молодые, задорные, инициативные, креативные. Третья международная смена подошла к концу, но те, кто хоть раз побывал в лагере «Юнармеец», влюбились в него и хотят возвращаться сюда вновь и вновь. Надеемся, что девиз смены «Дружба без границ» вновь прозвучит и в следующем году в лагере «Юнармеец». «Юнармеец в наших сердцах». Мы любим «Юнармеец»! Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.